Согласитесь, когда наш дом обустроен вещами, которые способны значительно облегчить наш быт, жизнь становится проще и счастливее, а время, которое мы проводим дома, еще прекраснее. В этом видео мы расскажем про лучшие вещи и девайсы, которые сделают жизнь в квартире или в доме проще и комфортнее. Салфетки и полотенца – это то, что находится в нашем обиходе постоянно. Они нужны всегда и всем. Не знаю, как вам, но мне всегда было сложно подобрать для себя идеальные качественные салфетки для уборки, потому что все они либо плохо впитывают, либо скатывают пыль и не убирают ее, либо оставляют после себя ворс на поверхностях. А хочется ведь провести пару раз и уже иметь кристально чистую столешницу, а не убивать на это занятие кучу времени. Для меня идеальным решением стали безворсовые салфетки в рулоне. Они отвечают абсолютно всем моим пожеланиям, перечисленным ранее, и еще они супер универсальны. Подойдут буквально на любой случай. Вытереть стол, если ребенок что-то пролил, протереть пыль, вытереть посуду после мытья. В рулоне их много, и еще они недорогие. В общем, это точно незаменимая вещь для каждой хозяйки. Если вы тоже давно искали качественные салфетки для уборки, я вам очень рекомендую присмотреться к подобным. Пылесос – это вещь, которая есть, пожалуй, в каждом доме. Но так как я просто ненавижу мыть полы, для меня идеальным вариантом стал вертикальный пылесос, который совмещает в себе возможности сухой и влажной уборки одновременно. Мне нравится, когда в комплекте есть разные насадки, тогда любая техника становится более многофункциональной. Можно и полы помыть, и ковры пропылесосить, и мебель от шерсти очистить. И мое настоящее открытие – это насадка с подсветкой. Когда я начала ей пользоваться, поняла, как много загрязнений я раньше пропускала. Думаю, все знают, как сложно бывает разглядеть мелкий мусор на полу. Теперь все прекрасно видно, и даже под самой низкой полкой можно пройтись пылесосом и легко все убрать. Кстати, сменные насадки из микрофибры я стираю в стиральной машине после каждой уборки. Это тоже очень удобно и экономит время. Качественный сон – залог хорошего здоровья, особенно после 30, когда это уже начинает иметь особое значение. Ортопедические подушки помогают поддерживать правильное положение головы и шеи, что делает отдых более комфортным и качественным. Лично для меня это очень важный пункт, который я просто не могла не включить в сегодняшнюю подборку. Уверена, что большинство наших зрителей преимущественно имеет сидячую работу, и, конечно, в течение дня спина и шея сильно затекают, напряжение в мышцах накапливается. А во сне нужно как следует расслабиться и восстановиться, поэтому жалеть денег на качественную ортопедическую подушку не стоит точно. У меня с приобретением хорошей подушки жизнь реально изменилась на до и после. Раньше я не понимала людей, которые возят подушку с собой на отдых, а теперь прекрасно понимаю. Я не люблю засыпать в кромешной темноте. Для меня важно, чтобы в комнате был хотя бы маленький источник света, который будет дарить мне душевное спокойствие. Оставлять гореть настольную лампу не всегда хорошее решение, зачастую они все довольно яркие. И вот недавно я нашла просто идеальное приспособление. Это вот такой миниатюрный ночник. Нет никаких проводов, он вообще не занимает места. Его достаточно просто воткнуть в розетку, но он необычный. Его можно использовать отдельно, просто как самостоятельный источник света, а еще как зарядное устройство. Таким образом, с его помощью за ночь я могу зарядить свой телефон, часы, наушники, в общем, любые гаджеты. Обожаю такие универсальные вещи и уверена, что многим такое приспособление в домашнем арсенале придется по душе. Блендер – это супер универсальная вещь, которая абсолютно точно пригодится дома. Он идеален для тех, кто дорожит своим временем, а если у вас есть дети, то это просто незаменимая вещь. В летнее время я обожаю с его помощью делать освежающие смузи, а в более холодное время года готовлю прекрасные крем-супы. Безусловно, это не единственное, что можно сделать при помощи блендера. Вариантов миллион. Соусы, йогурты, паштеты. Для меня самое главное, чтобы емкость кувшина была побольше и чтобы сам блендер был мощным и можно было быстро добиться очень однородной консистенции. Кстати, для того, чтобы быстро очистить блендер после применения, я пользуюсь следующим лайфхаком. Выдавливаю прямо в чашу немного пены или геля для посуды, наливаю воду и включаю блендер. Буквально 30 секунд и чаша идеально чистая. Остается только немного ополоснуть ее водой и просушить.
Я большой любитель салатов, но в какой-то момент я поняла, что дома мне готовить их совсем не хочется. Начала думать, с чем это может быть связано, и поняла, что происходит это по той причине, что мне очень лень каждый раз мыть для этого зелень. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, знакомо ли это вам. Ведь по-хорошему зелень лучше не просто мыть водой, а замачивать для того, чтобы избавиться от всех микробов и возможных паразитов. И вот на просторах интернета я увидела, что кто-то уже позаботился о таких людях, как я, и изобрел вот такую прекрасную вещь. Суть в том, что сначала зелень можно замочить в чаше, для этого я смешиваю воду с яблочным уксусом. Затем ее нужно промыть, и теперь самое интересное, прямо здесь же зелень можно просушить. Для этого накрываем чашу крышкой и начинаем вращать ручку. Вот и все. На выходе у нас получается абсолютно чистая зелень, которая будет еще и долго храниться в холодильнике, потому что она отлично просушена. Теперь в моей жизни салатов стало больше, а времени на их приготовление тратится гораздо меньше. Впереди сезон холодов, а значит и время активного отопления во всех помещениях и, как следствие, сухой воздух, который негативно сказывается на состоянии всего организма. И тут нам на помощь приходит увлажнитель воздуха. Для меня это незаменимая вещь круглый год, но в холодное время года особенно. Свой, благодаря тому, что он довольно миниатюрный, я часто перемещаю по всей квартире в зависимости от того, где я сейчас нахожусь. Ставлю его на рабочее место, на тумбочку возле кровати во время сна или отдыха, на обеденный стол. С ним легче дышится, кожа не сохнет, глаза не болят от монитора во время работы. В общем, самочувствие гораздо лучше. Знаю по себе, что есть иногда в доме такие труднодоступные зоны, которые дополнительно хотелось бы более тщательно очистить, например, швы между плиткой в ванной, углы, плинтусы и так далее. И для этих случаев многие часто используют старую зубную щетку. Напишите, делали ли вы так хоть раз. Так вот, я нашла идеальную замену зубной щетки в таких случаях. Это вот такая маленькая щеточка, которая помимо непосредственно щетины, имеет еще и специальный дозатор для моющего средства. Это супер универсальная вещь, которую можно использовать по-разному, например, для выведения пятен с одежды или чистки обуви, для уборки в труднодоступных зонах квартиры или даже для мытья посуды, для очистки сложного нагара или жира с кастрюль и сковородок. Особенно удобно, что средство сразу поступает напрямую из щетки, хорошо пенится и очищает необходимые зоны. На этом наш список незаменимых вещей и гаджетов для дома подходит к концу. Делитесь в комментариях своими находками, которые изменили ваш мир наведения порядка. Будет очень интересно почитать. Желаю вам легкой уборки и удовольствия даже от бытовых дел. До встречи в следующих видео. Пока!